Всем привет и приятного просмотра. Ребята, всем привет. Я решила включиться со влога выходного дня, хоть это и сегодня и суббота, и дни у меня не совсем выходные, но все же. Короче, я сейчас еду в мафию играть. Эту мафию, где проваливаются стулья и всякое-всякое. Очень интересно. Позже поделюсь своими впечатлениями. Мы так замечились, что приехали все вон там, ребят, приехали. Тут, ребят, мы все просто в одно время приехали. Сейчас пойдем. А где это? Я не знаю, куда нам идти, правда, но ладно. Это прошла после прогулки с парнем. Привет. Смотрите, как нас много. Мы не знаем, куда нам заходить. Ой. А что это такое? Тут нас и пусть попробуют. Такое чувство, что нас здесь могут... А можно не последнее? Садимся пока что. Встаем только рядом с ними. Объяснил, как правильно садиться. Встаем сзади вверх. Что сказали? Я прослушался. Обалдеть. Это как прямо у Эстрины и Егора Крида и прочих. Вот это кресло у нас не падающее. Я не хочу, у меня не падающее. Настя! Все понятно. Самое основное, не оставляйте ноги на опорах. Это вот прям самое-самое главное. Потому что если вы оставляете их на порах, сами понимаете, ваши ноги в таком положении, попа проваливается вниз, ноги остаются здесь, вы уходите без ног. Мне подходит. Вообще неудобно ходить, да. Неудобно, очень большой стол. Там центр. Боря, я думаю, что есть места, где... Я лежу на столе. Борис, который раз... Все нормально. Ты еще один час, вообще пандемия. Когда Боря поднимает. Это было ужасно страшно. Я жива, но это было реально очень страшно. А можно просто... Максимально страшно. Я чуть не заплакала. Это было ужасно. И меня? Я сейчас хожу не к ноге, упадет больше. А вот и наша первая ошибка. Ой, боже! Нас покидает. Делимся впечатлениями. Мы сегодня ходили с друзьями в мафию с падающими стульями. Нам очень сильно понравилось, никто не перестарался, не умер. Вот, приложим обязательно фотографии и видео. Извините, а порно-кастинг здесь или... Нет, это не здесь. Вот, у нас была прям такая плотная, содержательная игра, то есть мы действительно творили хорошие аргументы против друг друга и защищались, мы максимально, понятно, уже к концу мы поддулись и начали, я жопу ставлю, вот, вы все очень сильно разочаруетесь, вот, но было очень круто, вот, всем спасибо, что все повлеклись. Реально, было очень круто, хочу спать, а я была мафией два раза. Это было очень приятно. Вы будете ставить больше лайков вверх, писать больше комментариев, ну, то есть повышать активность. Мы изучим что-нибудь новенькое и покажем вас, откроем классные места Питера, про которые мало кто знает. Следите! О! Мне доброе утро, воскресенье. У меня нет, короче, воды, поэтому я не помыла голову. Вот такой вот у меня сегодня вид. Еду поработать. Даже комментировать не хочу. Наконец-то наступила весна. И можно ходить вот так. Ну, все равно пальто с собой. Как бы там ни было. На всякий случай. Я его, наверное, потом надену. Это мне просто сейчас мало идти, как бы мне... Нет, на самом деле комфортно без пальто. Но я так будто боюсь простыть постоянно. Все, наконец-то отработала. Пусть и 4 часа, но в воскресенье это все равно пипец как напряжно. С учетом того, что еще и суббота была, и завтра еще работа. Ну, короче, да. Усталость немножечко накапливается. А сейчас мы гуляем. Пойдем похаваем где-нибудь, наверное. Что бы ты взял с кайфа? А мы открыли сезон веранд. Сейчас будем кушаться на веранде. Ну, правда, она тут не супер симпатичная, конечно. Так будто бы, ну, вот этого не хватает, как минимум. Пустая коробка.
с окурками. Но ладно, я даю им шанс, потому что сегодня первый теплый день. Сегодня, во-первых, поняла, что на Невском не было тысячи лет. Там просто народу дофигища. Дофига и больше. Да невозможно. Мы вот так вот только что, блин, ну это уже не на Невске, но мы все же только что, блин, проталкивались. Мне страшно представить, что сейчас галерея, но мне надо золотое яблоко. Мамочки, и там, наверное, трэш. Я говорю, да. Что не выходные, то поход в Look Online. Не знаю, прикольно, но, блин, это открытое пузо. Зачем оно нужно? У меня еще не такое опухшее. Это ужас. Примерила с майкой под низ, так будто с майкой, ну, не очень. А, это, кстати, прикольная, обычная самая такая. Обычный самый лонг. Ну, шерк, кстати, прикольный такой, типа, трендовый. Может быть, лонг я бы взяла, потому что он, кстати, очень приятный, именно сидит приятно. Ну, вот это как будто очень даже мило. Казалось бы, закончился блок выходного дня, потому что выходные закончились. Вчера я, кстати, очень устала вечером, в итоге пришла домой и спала. Ну и все, и мне казалось, что на этом конец. Но сегодня прекрасная погода, во-первых, и мы пошли с ребятами гулять, а во-вторых, у меня завтра выходной, а значит, блок выходного дня продолжается. Засыха. Запомнишься так всем. Руслан Сыщик. Hello. Мы попали в Форсаж. Но он закончился, когда я начала снимать, но тут что-то дрифтили. Руслан тут на своей бричке катался. Шучу, не катался. Ну что-то тут пытались люди сделать. Не будет, черный будет. Это К5. А, да? К5, ну я. Что-то вот непонятно, тут столько машин, все собрались, зачем? Все стоят, чего-то ждут, смотрят. Да, все стоят, как будто бы сейчас кто-то... Ну, что-то будет, но ничего-то нет. Кто-то едет. Куда нас мог привести ветер судьбы? Конечно же, в Хачапуривино, да, уже давно. О, как мило, сердешко. Хачапуривино. Нет, без. Кстати, этот приятный очень, он нам нравится. Привет. Он нам нравится, мы тут уже были. Ты про меня? Да. Hello, мир! Новый день. Честно говоря, уже время далеко за 3, но я проснулась. Я так выспалась, ребят, вы не представляете. Я просто зажила заново. Просто я просыпаюсь, мне так хорошо. У меня нет в рабочих чатах сообщений, я думаю, вау. Проснулась, улыбнулась, поела, созвонилась с подружкой, поболтала. Параллельно немножечко убралась. Потом сделала тренировочку. Помылась, с масочкой посидела, вот сейчас выхожу погулять-попримерять, наверное, платье к подружке на свадьбу, которая будет 17 июня, но, ой, 17 мая. Но, наверное, я не буду показывать этого в влоге, потому что думаю сделать один полноценный влог. Мне как раз-таки, я не помню, это, кстати, может быть, а где это? Может быть, это в этом влоге или где-то. В общем, моя подружка порекомендовала мне сделать... несколько видео, посвященных свадьбе, подготовке к свадьбе. Кстати, может быть, сейчас я буду тогда записывать фрагменты. Ну, посмотрим.
сложно. Это мне что, снимать фрагменты для влога, который выйдет уже потом, когда будет свадьба, и фрагменты для влога, который выйдет на этой неделе? Не могу пока решить. Ну, в общем, поеду платье смотреть, а может быть, просто шмоточный магазин заеду. Вечером будет распаковка еще и золотого яблока. Начался сезон айс-латте и поездок на... Ну, нет, ладно. Сезон поездок на машине не заканчивался, но сезон поездок на машине с айс-латте — это просто что-то с чем-то. Посмотрите, уже вот просто позеленело, как мне кажется, за пару дней. Ну, трава. Пока что деревьев еще нет, но я предполагаю, что к концу этой недели уже и деревья позеленеют. Хотя к концу этой недели будет прохладно. Hello, мир, и это... распаковка золотого яблока сидя на унитазе. Я в штанах. Короче, я ездила, мерила платье, как я и говорила. Это все пойдет в другой влог, но я нашла, мне кажется, то самое платье, которое я хочу купить. Я пришла в магазин, в который я планировала прийти, взяла там две модельки. Одной модельке мне дали только размер S, другой модельке мне дали размер S и M. Вот, и первым делом я начала мерить ту модель, которая мне больше всего нравится, размера M. Потому что, ну, как мне кажется, я такая, ну, как бы, что мне показалось, что M-очка мне подойдет больше. Я ее, значит, надеваю, она мне большая, очевидно, думаю, блин, ну, ладно. Большевато, сидит, классное платье, но большевато. Примеряю S, и S мне уже так вот, знаете, прям, ну, она супер по фигуре, но уже такое, знаете, прям стягивает немножечко даже. Я такая думаю, блин, вот бы была бы какая-то золотая середина, которой нет. Второй модельке мерю размер S, сидит идеально. Ну, то есть, все-таки зависит от модели, потому что там я даже не стала мерить другие размеры, потому что S прям вот как на меня села шикарно. Ушла, решила подумать. Пока шла до машины, такая подумала, что, блин, нет, хочу еще раз прийти и еще раз померить. Пришла еще раз померить. Померила, опять же, ту модель, которая мне больше всего нравится. Надеваю эту S-очку, такая, а в чем вопрос-то был? Ну, потому что, да, она, конечно, плотно сидит, но она сидит. И сидит прямо по фигуре на самом-то деле. Единственное, что мне нравится, что у меня вот здесь вот немножко типа пережимает, вот, знаете, вот эта вот штучка, короче, вылезает. Но в целом, если вот так поправить и не горбиться, ну, и плюс у меня еще волосы прикрывают, будет хорошо. В общем, мне супер понравилось, и я решила дождаться свою подружку, которая сейчас в Калининграде, чтобы мы вместе с ней сходили, она дала мне какой-то дельный совет, посмотрела в жизни, как это все выглядит. Еще немножечко смущает, что S-ка покороче чуть-чуть, чем M-ка, но M-ка, блин, у меня большая, у меня вот так вот рука еще прилезает. Вообще, короче. Ну, все увидите в другом блоге. А сейчас unpacking! На самом деле, какого-то оригинального анпэкинга от меня ждать не стоит, потому что я беру практически всегда все то же самое. Мой шампунь, который у меня уже закончился, L'Oréal Pro Longwear, я его обожаю. Это уже третья баночка у меня такая, с учетом того, что баночки мне очень долго тратятся. Лютый топ. Ну, то есть я долго ими пользуюсь, и вот. Любимая масочка, я думаю, все уже этой масочкой пользовались, все ее знают, но тем не менее, если кто не пользовался, обязательно попробуйте, она прямо класс. Вот такие два продукта от Vivienne Savoie. Тоже моя тушь. Мне кажется, я пользуюсь уже года три, если не больше. Всегда только ей. Шикарная, любимая. Да, прям такие реснички. И консилер. Тоже его уже брала. Взяла второй раз. Я не то чтобы часто пользуюсь консилером на самом-то деле, потому что вот у меня тот закончился прям давно, но я решила, что надо бы взять. Потому что я работаю, у меня появляются мешки, уродство. Чем-то же это надо покрывать. Я взяла вот такую вот расческу. Думаю, ну она какая-то... Впрочем, у всех подружек такого типа расчески есть. Во-первых, я уронила свою расческу в унитаз. Но она у меня уже была на издыхании, она уже умирала. И вот у меня будет новая расческа. Кстати, очень приятная. Реально. Собственно, все. Всем спасибо за просмотр моего анпэкинга на унитазе, сидя на унитазе. Я думаю, на этом не конец влога, я еще буду сегодня снимать, но все же. Как вы уже догадались, дома доснимать мне было нечего, поэтому
Это были последние кадры моего влога. Хотела поделиться тем, что «Мафия», как мы уже и сказали, очень классная эта игра. Я имею в виду вот именно вот это пространство. Я игру в целом люблю, но вот такой формат «Мафии» — это просто шик. Потом хотела поделиться, что я 2 раза была «Мафией» из 3 игр. Это, конечно же, было супер. Вот. Не знаю, зачем я этим поделилась, просто вот сейчас пересматривала материал, захотелось рассказать. В целом, на этом все. Дома мне было нечего снимать. Всем спасибо за просмотр влога выходного дня. Уже близятся новые выходные. Я буду снимать, надеюсь, новый влог. Поэтому всем спасибо за просмотр. Тем, кто оставит комментарии. Отдельное огромное спасибо.